значение имени Измира. Главные качества личности: дисциплинированность, последовательность, реализм, авторитарность, способность к проявлению физической и моральной силы и высокой концентрации всех резервов организма. Обладатели этого имени достаточно трудолюбивы. Владельцы этого имени будут проявлять во всем инициативу и не любят рутину. Если этот человек занял у вас денег до получки, не волнуйтесь, он вернет их совершенно точно в срок. Верность слову, а также выбранной цели – это основная отличительная черта. Одновременно означает и преданность, доброжелательность, религиозность. У них есть свой собственный, нерушимый взгляд на жизнь и уверенность в своей правоте. Люди с буквой «М» в имени обладают превосходным умением решать сложные задачи и проблемные ситуации. Буквенное значение имени во главе с буквой «А» означает силу духа и стремление к успеху во всех сферах жизни. Люди с буквы «М» стараются сами везде побывать и везде все попробовать. Внешний человек показывает практичность как ширма для сокрытия романтической мягкой натуры. И тонкая духовность, чувствительность, доброта, миролюбие. Про таких людей часто говорят, что они не от мира сего из-за склонности к фантазиям и душевной доброте. Дорогой друг, поставь лайк под видео и подпишись на канал. Мы зависим от твоей помощи.